Привет, Стоджес. Отлично. Теперь у нас есть источник чистой воды. Надеюсь, ты не откажешь мне еще в одной услуге. Наши запасы пищи на исходе. Чтобы мы смогли здесь надолго обосноваться, нужно посадить что-нибудь съедобное. Какие растения вам нужны? Не имеет значения. Тошка, мутафрукт, кукуруза. Все, что взойдет. Только покажи, что у тебя есть на обмен. Просто найди свободный участок земли и посади вкусно. Мы давно не ели свежих овощей. Помоги нам или убирайся. Давай-ка поменяемся чем-нибудь. Стоит только подумать, что опасности уже нет, как что-то случается. Всегда так бывает. Thank you.
Come on now. I'll wear your guts around my neck! Найти их. Ох. Там цепи с обратной стороны. Цепи держат дверь с другой стороны. Там кто-то есть, слышишь меня? Из-под земли достану. Ох. Бэкстрит опять. Что? С той стороны цепи.
Я... Ну блин, вернись. Было так прикольно. Кто прячется, тот засал. Открытие. Упрямство тебе не занимается. Отвали, отвали. Ты еще дышишь, мать твоя. Отвали, отвали. Эна. Эна. И все. Ох. Зеленки еще есть. Из-под земли достану. Боишься, да, вот и правильно. Никого не видно. Вот о чем я беспокоюсь. Слушай, пошли поедим. Я умираю от голода. Жрать будешь, когда станет ясно, что на нас никто не нападет. Ох, какой же ты упрямый осел. Вот поэтому меня еще и не убили. И так как мне приходится полагаться на твою помощь, идиотина, я пытаюсь спасти и себя, и тебя. А теперь заткнись и гляди в оба. Как скажете, босс. Первая ошибка. Последняя ошибка. Надеюсь, у тебя хоть что-то ценное есть. Большая ошибка, салага. Эй. Никого там нет. Суки, смылись. Ты, сволочь! Да, отвали, отвали!
В очередь. Что это за херня была? Ая. Эй. Кто? Кто здесь? Чего? А там точно кто-то был. Someone there! Gotta be a good fight! Another human come to rescue Rex! He is free! Kill him! Ariel. Ah! No!
kill the weakest of us, it only makes us stronger. If they cannot kill one puny human, they are less than nothing. You fight well for a human. Now die like one. My warriors are waiting for you. I'd rip his leg clean off. Oof. Disappear! No fair! Here, human. Got a treat for you! Gotta come out sooner or later! Есть.
Human, let's play! Уи! Where'd you go? Huh? Gonna find you! Gonna kill you! Gotta come out sooner or later! Взломать не получится. Stop hiding! I wanted a fight! Ине. The radiation has taken its toll. Your death was lingering and extremely painful. Your adventure is done. От винта дергаться начинаешь. Видимо, она была права. Go ahead and hide, little bleeder. Ha! Another human come to rescue Rex! He is weak! Kill him!
Disappear! No fair! Так-то. Круто. Maybe we will put you in the cage with straw!
so bad in real time! Noises. What? Scared already? Someone there? Gonna find you soon, human. No fight today. Gone now. That sound, what is it? Disappear! No fair! Gotta come out sooner or later! You're here! You're here! Stop hiding!
gone now. Pity.
подождите, вернитесь, не бросайте меня здесь. Вряд ли я смогу это взломать. Что ты тут делаешь? Скорее выведите нас отсюда. Мои братья скоро будут здесь. Они знают, что на башню нападает человек. Супермутанта тоже. Yes, him too. He's harmless. Но на самом деле, он совсем не безвредный, но нам он вреда не причинит. Поверьте, силач не причинит вреда человеку, если человек спасти силача и Рекса. Видите? Ладно, я выпущу вас обоих. Скорее. Взломать не получится. Идите за силачом. Он знает, как спуститься с этой проклятой башни. Идите к лифту, идите быстро к человеку. А этот шум, что это? Это из магазина. Я думал, что смогу цивилизоваться из дикарей, рассказав мне культуру. Силач верит, что секрет силы любви, поэтому он хочет, чтобы мы помогли ему найти бальзам. Бей их, человек. Дави их, руши, убивай. Я подниму нам настроение цитатами из Бата. Прощай, прощай. Минуты расставания из полного стоит сладкого страдания. А? Вернись. Сомнение. Сражайся Предатель. С силачом. Из-за него мы многое теряем, боясь вернуться. С таким умом не другая. Тебе невзгода, силач тебя убьет, по мнению силач тебя съест. Я супермутант. Меня не остановит. Трус много раз умирает.
Отлично, будет больно. Рекс. Тысяча благодарностей за своевременное спасение. Что ты здесь делал? Я пытался рассказать этим супермутантам о культуре, цивилизовать их. Я думал, что если они познакомятся с великолепными творениями Шекспира, это навсегда изменит их. А кто же еще откроет им глаза на творение великого барда, если не Рекс Гудмен, величайший актер современности? В любом случае, я очень вам благодарен. Я хочу дать вам вот это. А теперь прошу прощения, кажется, настала пора покинуть это ужасное место. Я вернусь в РВР и продолжу свою карьеру на радио. Ты искать бальзам при краснодушии с силачом. Зачем тебе нужен этот бальзам при краснодушии? Бальзам – секрет человека. Макбет говорит, бальзам делает человека сильным, сильнее супермутантов. Силач искать бальзам, пить бальзам, супермутанты стать сильнее человека. Да, я выполню свое обещание. Хорошо, силач ходить с человеком. Человек помогать силачу искать бальзам при краснодушии. Силач узнать секрет человека. Thank you.
супертехник и все такое. Вот поэтому они туда и пошли. Сломаю тебя. Прекрати мучиться. Свечение видит человек. Да. Are scraped clean by the desolate wind. May you find more peace in that world than you found in this one.
собой, купите кусочек истории Diamond City. Какой истории можно заниматься до смерти? Рэй Смит прямо у тебя за спиной. Ну, то есть так называется. You fought valiantly, but to... Я очень тебе признателен за помощь. Мне удалось расчистить то место и установить радиомаяк. Прекрасно. Как только у людей появится своя земля, появится и желание ее защищать. Могу подкинуть тебе еще работу, если хочешь. Вот где они. Надеюсь, ты сумеешь им помочь. Надо доказать людям, что на минитменов снова можно положиться.
Эй! Что? Да, человек. О чем думаешь? Силач хотеть, чтобы мы скорее найти бальзам при краснодухе. О чем думаешь? Кулак был слабым вождем. Силач рад, что его больше нет. Как тебе наши отношения? Человек, совсем как другие человеки. Умный, но слабый. Силач пока оставаться с человеком.